А, за кариком вернуться. Фига, у него тут вкусненько было. Какой вкусный молодой человек. Привет, белка. Приветствую. У меня тут файт был. Относительно недавно, да? Чего не менял? Я уже привык к этой сенсей, она на самом деле ультимативная, поэтому думаю, что не буду больше ничего менять, экспериментировать. Я думаю, результаты были бы еще лучше, если бы я на ней играл вообще не меняя. А так уже 2 недели играю, но знаешь, там на 1-2 катки поменяю все равно к ней потом. Просто где-то зажим не нравится, где-то еще что-то. Тут все равно руки плюс-минус помнят. И как бы в этом плане полегче. Потому что и на тренировках с этой сенсой
Единственное, что пока что в прицелах, не знаю, не могу определиться, что оставить. Пока что только прицела в коллиматоре оставил. Либо в этом доме дерутся, ну дрались вернее, либо там дальше. А, вот чё. И он смотрел сюда, значит тут чел тоже должен быть. Потому что у него трупика рядом нет. Возможно, но не факт. А может, тут никого нет. Просто я про себя знаю, что мне, например, даже с этого же коряка проще в голову стрелять на хай сенсе, чем на лоу. Но с коллиматором мне на лоу проще, чем на хай. И вот как-то вот так вот. Поэтому тут немного, ну если ставить подобную сенсу, рассинхрон в мозгу просто происходит лютый. То есть у тебя в коллиматоре лоу сенс, а на прицела хай. И... это нужно привыкнуть к такому, что у тебя и та сенса, короче. Я не знаю, как это объяснить. То есть это то же самое, ты можешь понять, вот если General поставить высокий, а на коллиматоре прям лоу поставить. Вот это то же самое будет, и попробовать пострелять. То есть у тебя в мозгу рассинхрон происходит, и к этому нужно, ну, привыкать. То есть ты вот так вот бегаешь, у тебя все резко, а в коллиматоре прям, ну, супер медленно. Я из-за дождя вообще ничего не слышу. Прикол. Ну что ж, раз такой случай, можно и чинилку, да, по идее, взять. Это со стороны буткемпа должны идти, по идее.
Сейчас заново у меня тут, не пойду никуда. Или пойду? Не, я пойду буткемп закрою. Я думаю, что надо. Но типы обычно с такого перебегают сразу куда-то вот так вот. Тут без вариантов, поэтому нужно вот эту пробежку смотреть в кемпу. Либо напрямую в гору, но... Если они напрямую в гору побегут, то там я по-любому убью. Тут просто еще типа какой-то сейф хотя бы есть, деревья всякие. Поэтому сейчас посмотрим. Так, чел выбежал. Гелик? Так, гелик. Надо дождаться, пока он вот тут где-то будет. Ориентировочно. У него ультимат. Ну, вот этому тоже сейчас капец будет. Ему некуда играть с болота, только сюда идти. И так как у меня по 90, должен его изи убивать. Вот он. Я переборщил с семерками, забыл скинуть и не взял никакого прокида. Ошибка фатальная. И получается, Скарик этому челу куда-то вообще в плечо попал, что ли? Что я ему еще и нормально с P90 дал. Какие-то смоки на дороге. Я думаю, это все нужно посмотреть. Что тут еще чел какой-то стрелял, и он, возможно, как раз таки сюда пойдет. Ну и фулбус надо сделать. Да, он убивает, и скорее всего он сюда пойдет. Через эту будку будет играть.
Но это не точно. Может, лутать пойдет. Непонятно, что у них в мозгу. В любом случае, если он сюда пойдет, он умирает. Подожду зону, пока закроют. Возможно, он там в ЛГшке был. Угу. А я не увидел из-за синьки его. Синька слишком синяя. Надо им немножко ее попрозрачнее сделать, мне кажется. Чел какой-то крадется. Блин, было бы прикольно. Он его, кстати, не убил еще. Вот убил. Походу лежа. Где-то тут. Слева. Но у него нет шансов против P90. Если я в упор к нему подойду. Даже если он лежит. Он где-то лежит. Вот тут за камнем. Где-то сверху у меня типы были, не знаю, будут куда играть. Наверное, куда-то через дорогу пойдут или сюда куда-то. Понятно, еще должны быть в кемпе, наверное, наверху. Чел. Ладно, да. На этого можно плюс В выкануть. Какой VPN? У меня Game Booster или Gear Up сейчас он называется. Ну, P90 спас меня, будем сейчас так откровенничать. Нагорячил. Подловим его. Уцеливал типа. Ну и все, и ласт у меня справа с пулика. В принципе, тоже не думаю, что у него шансов много. Хотя, третья броня, пулик, если он начнет первый спреить, может и бить. В любом случае, P90 легче контролится, чем пулик. Я думаю, что я его убью. С учетом того, что он сейчас еще и сюда побежит. Он у меня тут за пригорком. Изи.